В начале октября на Калининской АЭС прошла плановая тренировка по гражданской обороне. Мероприятие является неотъемлемой частью обеспечения безопасной эксплуатации атомной станции. Наши коллеги из регионального телевидения «Удомли» подготовили материал. Во время учения личный состав группы дезактивации и санобработки специального ведомственного формирования отработали практические навыки. Это развертывание пункта специальной обработки, проверку готовности, экипировки и оснащения. Помимо этого, участники отработали порядок распределения потоков автотранспорта и персонала, действия по их санобработке и дезактивации. Основная цель учения – это проверка готовности органов управления и сил системы предупреждения ликвидации ЧС, оперативного персонала КС и личного состава подразделений станции к практическим действиям при введении гражданской обороны, ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Сегодня второй завершающий этап комплексной штабной тренировки по гражданской обороне, которая проходит в два этапа. Вчера был первый этап, сегодня второй, с отработкой практических мероприятий по развертыванию пункта специальной обработки личного состава и техники. Личный состав с поставленными задачами справился, цели тренировки достигнуты. В тренировке приняли участие специалисты отдела радиационной безопасности, цеха по обращению с радиоактивными отходами, ООО «Калининская АЭС Сервис», боевые расчеты специализированной пожарной спасательной части номер 8 и пожарной части номер 14.